Нашла коса на коле, идет война на память лет. Хочу показать более сложный модерновый рычаг. Уже снизу. Так называемая спиралечка. Выглядит это вот так. И вам сначала может показаться, как я это сделаю. То есть, то, что, ну, прикладываем руку так. Тут проходит пуха. Сделаем отсюда. Наверное, сложно, да? Давайте поэтому сделаем прям пошагово. Несколько движений. Первое. Мы можем быть бутерфляй. Может быть, одна нога так. Вообще нам надо будет ее вытащить сюда. То есть должно быть примерно такое положение. Здесь в процессе нам надо будет просунуть андерхук. Но сначала мы сделаем вот так. Можем прижать свою ногу. Дальше уже суем руку. Нам будет проще. Прикладываем чуть-чуть его голову. Ставим ногу сюда. То есть оттягиваем, чтобы его вытащить. Немножечко его ногой. Оттянули, поставили сюда. Сделали такое. Большую креветочку. Теперь берем голову вот так и оттягиваем, чтобы сделать вот сюда перекидывать ногу. И здесь мы уже самое оптимальное, наверное, да, прихватить гейбл гриф. Ну, либо если он, например, сильно прижимает к себе руку, то можно оттягивать вот отсюда. Вот. Так будет хороший контроль, а так можно будет немножко его руку раскрыть. Дальше мы просто вот эту ногу вставляем вовнутрь. И вот так вот прокручиваемся. Многие сейчас будут ошибаться, потому что вот так, ну, в целом все можно сделать. Но в нашем случае вот мы просто разворачиваемся на колени, да. И здесь, ну, если повезет, вырываем руку. Если нет, ну, это уже дальнейшее развитие, можно пробовать вытащить ногу, сделать лонг-степ, идти за спину. Смотрите, да, еще раз, по шагу. Давайте прямо. Что-то сразу вспомнил Рокки Сайлинс. Поэтому пошагу. Это изи-бизи. У нас ситуация, ну, допустим, бутерфляй. Ложимся на спину, стараемся вытащить вот эту ногу. На спину и вот так. Здесь уже можно идти к руке, чтобы контролировать. Просто обычный андерхук под трицепс. Вытаскиваем ногу сюда. Делаем чуть-чуть смещение креветочкой. Голову, ну, чтобы дальше сместить, надо как бы его, свою ногу перекинуть через его голову. Для этого можно просто вот так ее оттянуть фреймами. Можно даже нагло локтем. Вот так. Все, нога здесь. Нога здесь. И дальше просовываем ногу сюда. В целом здесь не нужна никакая гибкость. Здесь, ну, многие могут подумать, у меня нога не загибается. Я не такой гибкий. Я тоже не особо гибкий. И просто проворачиваемся. Встаем на коленки. Лучше вот сюда. Здесь, если повезло, можем прямо отсюда доделать. Если нет, тогда советую, если хотите выходить за спину, тогда прихватывайте кимура грип. Он даст хороший контроль, вы не слетите. Потому что таким образом, скорее всего, он на вас напрет, вы просто слетите, все получится типа такого. Таким образом вы сможете держаться, вытащив ногу и идти уже за спину. То, давайте пока без спины. Готовы? Раз, два. Хорошо, молодец. А музыку умеешь играть? Да.